Их не видно, но они есть. В этом году от укусов клещей пострадало более 700 человек в Самарском регионе. Причем встретить этих паразитов можно не только где-то в лесу или в лугах, но и в городских скверах и парках. В атаку на маленького, но вовсе не безобидного противника вышли истребители. Сквер Высоцкого оцеплен, в воздухе раздается обманчиво приятный аромат сирени. Распыляемый препарат безвреден для человека и животных, но губителен для клещей, комаров и других вредителей. Применяется препарат репеллент третьего поколения, который воздействует как на клещей, так и на ползающих и летающих насекомых. Причем как на взрослых особей имага, так и на их личинок. Максимальная активность препарата наблюдается в первые сутки после обработки. И высокое действие сохраняет в течение 4 недель. Предварительно в городе провели первый этап борьбы с клещами. Убрали прошлогоднюю листву и ветки, где обычно зимуют паразиты. Теперь проводят этап уничтожения. В этом году препаратом от клещей обработают 144 городских объекта. Из них 130 скверов и 14 транспортных развязок. В настоящее время 85% от запланированного объема работ выполнили. Несмотря на это, специалисты советуют жителям не пренебрегать и мерами индивидуальной защиты. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».